Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». Сегодня день рождения заслуженной артистки России Любови Гочияевой. К сожалению, так рано она ушла из жизни. Она была выдающейся актрисой, талантливым и многогранным человеком, неординарной личностью. И сегодня о ней будет вспоминать ее подруга, коллега по сцене Лиана Ижаева. Накануне мы встретились с ней и записали интервью. Доброе утро, Лиана. Доброе утро. Давно не видели. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли к нам в гости. Сегодня и радостный день, и в то же время грустный, потому что нет с нами нашей выдающейся актрисы Любови Гочияевой, но сегодня у нее день рождения. Вот скажите, когда впервые вы встретились с Любой, вот может быть ваше первое знакомство когда состоялось? Первая встреча наша состоялась в 1984 году. Мы с ней участвовали в спектакле, мы исполняли одну и ту же роль, Мирандолину, в пьесе Гальдони «Трактирщица». Лиана, скажите, обычно вот в театре между актерами существует зависть, ревность. Скажите, как было у вас? Как две примы уживались на одной сцене? У нас отношение было великолепное, поскольку там, где Люба, Люба – всеобщая любимица. Ее ревновать, понимаете, ну, это нереально, потому что народ ее знает дольше, чем меня, правильно? Поэтому я спокойно относилась к тому, что она впереди меня. Но вот. Вы у нее учились вот чему-то, конечно, да? Конечно, конечно. Терпению. Терпению. Она очень терпеливая была на сцене. Она была безмерным фанатом театра. Лиана, вы не только талантливая актриса, но вы еще и пишете прекрасные стихи. Вот наверняка у вас есть посвящение Любочке Гочияевой. Если можно, прочтите. Об жизни острые края, изранена душа. Я не ропщу, Создатель мой, такая знать судьба. Идет по лезвию она с улыбкой, босиком в глазах стоит безмолвный крик. Спаси, Создатель мой. От злобной зависти людей, от сплетен, от потерь, предательства родных, друзей, безжалостных людей. Спаси, Аллах, и сохрани. Терпение мне дай, чтоб жизнь, проживши до конца, ступить смиренно в рай. Она была талантливой актрисой, даже выдающейся актрисой. Она безумно любила жизнь. И вот последняя, может, ваша встреча когда была? Или разговор по телефону? Вот о чем это было и чем закончилось? Да. Перед смертью позвонили ее родственницы, девочки ее, дочери. И сказали, что Люба находится на территории Карачаева-Черкесии и хочет встретиться с нами. Вот. Я приехала к ней с коллегами. Мы встретились. Она была очень сильная. Она была очень сильная, жизнелюбивая. Она, понимаете, она была высокая, статная, красивая, безупречная. Ну вот болезнь делала свое дело, но даже при этом она лежала на диване, смотрела с тонкой улыбкой на нас, как бы прощаясь. Мы поговорили тихонечко, попрощались с ней. И буквально через день-два снова звонок, она покинула нас. Мы безмерно скорбим. Она всегда будет с нами, она всегда будет в наших сердцах, она всегда будет в нашей памяти. Талантливая, неподражаемая Любовь Гочияева. Спасибо, Лианочка, что вы нашли время, пришли к нам в гости и рассказали много интересного о Любови Гочияевой. Спасибо вам, всего доброго.
Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Ногайская редакция», в 14:30 «Вести» с Ашимезом Хешховым. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Все давно знают и выбирают сыр Ольга. Миру сыр.